Всем привет, братья и сестры! На связи отец Евген. Здорово, отец. Добро пожаловать на новенький, необычный для моего канала видеоролик. Вы сейчас, наверное, на фоне слышите музычку и уже знаете, по какой он игрушке будет. Да, ребяточки, PUBG New State. Сегодня, пацаны, мы с вами будем открывать кейсы. Что? Да, я тоже, если честно, в охуелесах от того, что на моем канале будет open кейс. На моем аккаунте прямо сейчас есть 30 тысяч NC-шек и 40 купонов в честь Хэллоуина. Вот этот вот набор, который самый справа, за 9500 рублей. Я его успешно приобрел, и сейчас мы с вами будем смотреть, что нам игра будет давать. Да, ребят, держу в курсе, я не настолько дурак, чтобы тратить 9000, мать его, 500 рублей на эти кейсы. Я их купил по дешевочке, всего лишь за 2700 рублей. А что, так можно было, что ли? Я воспользовался услугами одного очень крутого пацанчика. Зовут его Бакс. Это владелец интернет-магазина BaxPay, в котором он продает игровую валюту в самых разных играх. С BaxPay ты можешь приобрести донат значительно дешевле. Как видишь, самый дорогой набор, который есть в этой игре, обошелся мне всего лишь какие-то там почти 3 касика. Экономия почти 7000 рублей. Поэтому, если ты донатишь в игры так же, как отец Евген, и хочешь донатить выгодно, ссылочка на BaxPay есть в описании. Ну а прямо сейчас погнали открывать кейсики в PUBG New State. Итак, заходим в меню с кейсами. У нас сейчас в данный момент есть 4 кейса. Вот такой вот хэллоуинский, охренительный и самый дорогой кейс в игре. А вот такой вот кейс. У меня отсюда, кстати, уже довольно значительное количество вещей имеется. Вот такой вот. Я не понимаю, что это на самом деле за кейс. Это хуйня, если честно. Что это за детский сад? Ну что это реально такое? Что это за костюм? И вот такой вот кейсик. Я думаю, мы будем с вами открывать кейсы в разнобой, чтобы видео было более интересным. Сначала откроем этот, потом откроем этот. Затем этот, потом снова этот, потом этот. Все, я знаю, что я достал уже говорить без дела, не смею затягивать. Прожми мне по-братски прямо сейчас лайкос и подпишись на канал, если до сих пор на него не подписан. Начинаем с хэллоуинского кейса. Здесь на выбор можно было выбрать главный приз. Я выбрал скин на АКМ, потому что, честно, мне вот этот набор, он не особо как-то зашел, а вот скиночек на автомат, он, конечно, прям кайфовый, он прям реально крутой. Давайте открываем сразу десяточку. У нас есть 40 купонов, а за купончики откроем. Первая попытка. Идем. Раз, два. Синий. Синий кейс, значит, ни хрена не будет. Хотя нет, что-то дало. Маску дало. Еще что-то дало. Парашют. Еще один шлем. Так, ну тут половина вещей у меня, смотрите, была уже, да? Но у нас есть парашют, есть это, есть масочка. В принципе, неплохо. Открываем следующий кейс. О, сразу розовый. Погнали. У меня такой вроде уже есть. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, это что? Это как? Давайте еще раз. Блядь, все синее. Ага, это у меня есть, тоже есть, есть, есть. Да ну ты гонишь. Серьезно? Да, серьезно. Пока что что-то New State не хочет мне давать нормальных шмоток. Так, а что, я один раз открыл? А, слушай, нормально. Угу, что-то есть. Это у меня все есть, это есть. Маска, опять повторка. Так. Ага, рюкзак. Так, ну, в принципе, ну, 3 новые вещи, блин. Такое себе, такое себе. Давай откроем этот. ХЗ, пацаны, ХЗ. Бля, я опять что ли открыл? Ай, сори. Мы открываем сразу по десяточке. Ага, ох, что-то мифик какой-то, блять, он у меня, это у меня есть. Во! Нахуй мне это надо? Я не буду в этом играть. Одни повторки, просто одни повторки. Вообще все, смотрите, все есть. Давайте откроем, попробуем. Охота за калашом, короче, пацаны. Чисто охота за калашом. Раз, два. Хуй тебе. Нет. А, я смотрел видосы, кстати. Опять парашют. И очень многие игроки, которые делают на каналах Open Case, они тратят, я видел, огромнейшее количество денег вот именно на этот кейс. Я не знаю, сколько потрачу сейчас я, но пока что с бесплатных попыток, да, за купоны. Калаш.
Покажи. Блять. Хуй тебе. Я честно думал коварный. Давайте сэкономим. Попозже откроем. Последние 10 купонов остались. Давай еще раз вот этот вот так. Подожди, нет, вот так. Открываем. Розовенько. New State, пожалуйста. Что-нибудь нормальное дай. Одни повторки. Чисто одни повторки. Ну, кроссы новые, перчатки. Да херня. Честно, а вот этот вот кейс... Он один из самых вообще убогих кейсов, лично по моему мнению, которые я видел вообще в игре. Вот просто посмотрите награды, которые здесь имеются, да? Ну что это такое? Вот как в этом наряде можно, в принципе, играть? Ну это какой-то, я не знаю, это сюр какой-то. Давайте попробуем открыть. Посмотрим, что даст. Розовенько. Что-то будет. Маска есть уже. Шлем. Рюкзак уже был, по-моему. Торс голый. Да, шлем, очки, торс. У меня уже коллекция очков, кстати, пипец, неебическая. New State прошарил, что я постоянно в очках, поэтому постоянно мне очки сыпь. Чё ещё? Давайте этот откроем. Угу. Шлем новый. Одна залупа. Просто одна залупа. Ну, скин на тачку есть. Такой себе, правда. Не, этот кейс я больше открывать не буду. Давайте тратим последние 10 купонов. Я очень надеюсь, что мне сейчас выпадет калаш. Я очень сильно хочу этот скин. И чтобы мне сейчас выпал, давайте прочтем молитву. Раз уж я священник! О боги Крафтона, о боги New State, о боги халявы, пожалуйста, дайте мне сейчас скин на калаш. Аминь, ёпта. Раз. Умоляю. Сука, хуй тебе. Да. Рюкзак. О, такой! Так, сейчас посмотрим. Подождите, калаш мне не выпал. Я очень сильно хочу забрать этот калаш. У меня есть сейчас 8000 NC-шек. Блядь, как они быстро закончились? Это вообще что, как? Окей, давайте за 4500 возьмем. Я хочу этот калаш. Пожалуйста. Да, это калаш? Нет. Нет, блядь! Мне эта хуйня не нужна, мне калаш нужен. Сковородка, ну сковородка, кстати, заебись. Блять, я хочу калаш. Так, тут у меня дохрена вещей уже есть. Эту хуйню я открывать не собираюсь, залупа одна. Эту я тоже открывать не буду. Поэтому резонно, я думаю, сейчас по одному кейсику открыть и попробовать забрать поодиночке калаш. Давайте попробуем. Раз. Хуйня. Ага. Еще раз. Хуйня. Еще раз. Хуйня, блядь. Я в шоке. Я просто сейчас в шоке. Осталось 1400. Я хочу калаш. Нет. Евген, иди-ка ты нахуй, сказали мне разрабы из Крафтона. Ладно, чё. Откроем последний. Шучу, что гоните. Но честно скажу, настроение немножечко испортилось. Я хоть очень сильно хотел забрать этот калаш, но, видимо, не сегодня. Ладно, давайте посмотрим, каких вещей мне отсыпал New State по итогу. У нас есть с вами, смотрите, новенькое. Это вот такой вот торс. Максимально нелепый. Я не знаю, я по-любому с этим ходить не буду. А, вот такая вот хрень у нас есть. А, так, очки у нас. Я говорю, у меня чисто коллекция очков, пацаны. Вот такая вот маска. Но, в принципе, выглядит неплохо, прикольненько. Вот такая вот маска новая. Вот такая вот беленькая. Хуйня, честно. А далее, у нас новые перчатки. Вот такие вот. И вот такие. Соу-соу, как говорится. А, новые штаны. Вот такое. Ну, тоже, блин. Вот такие вот это получается из этого сета к этому торсу они. Далее у нас рюкзак новый, даже два рюкзака новых.
Такой, такой, такой у меня уже был. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Потом у нас вот такая маска. И вот такая шапка. Далее, вот такой вот новый шлем у нас. Вот такой вот новый шлем у нас. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот такой вот. Ну, в принципе, коллекция растет, да, но я ожидал, честно, другого. А далее у нас скин на сковородку новый, вот такой вот, с пугалом. Ну, прикольный, в принципе. Потом у нас появился новый скин на тачку, вот такой вот. И скины на парашют. Два. Ну, вот и все, в принципе. Если переводить на рубли, вот это все нам выпало за 9500 рублей. Но я потратил на это 2700, поэтому, в принципе... Ну, за 2700 нормально, потянет. Калашик я, конечно, этот не забрал, но в будущем, думаю, я его заберу. У меня еще 5 дней на это имеется. Скин реально очень топовый, мне хочется его забрать. Он еще эволюционирует, смотрите, его можно прокачивать до 7 уровня. И вот так вот он эпично, очень круто выглядит на 7 уровне. Ну, посмотрим. Так, блядь, подожди, че как дурак одет, подожди. О, другое дело. Заебок. Ну вот такое вот, друзья, у нас очень маленькое открытие кейсов с вами сегодня произошло. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, как вам вообще такой формат роликов, хотите, не хотите, видеть его в будущем. Если вам такой формат зашел, я обязательно сниму вторую часть, где попробую забрать этот ебаный калаш. У меня еще 5 дней на это осталось. Ну а также напоминаю вам, что если вы хотите донатить в игру выгодно, то переходите по ссылочке в описании в магазин BugsPay и донатите в New State или в другие мобильные игры. С вами был отец Евген, прожимайте пальчик вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если до сих пор на него не подписаны. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.